Добрый день. На рынке купил вот таких красавцев лисичек. Сейчас будем обжаривать их в сметане. Лук, чеснок порезали. Все будем обжаривать на топленом масле. Чеснок добавим чуть попозже, когда лук станет золотистым. Лук практически готов. Сейчас чеснок обжарим, смешаем это и уберем пока. Все, лисички нарезали, отправляем на сковородку. Пока лисички тушатся, готовится картошечка, гарнирчик. Сейчас ждем. Грибы дали сок. И в этом соку тушим. Пока сок не выкипит. Прошло 10 минут, бульона практически нет. Можно добавлять лук, соль по вкусу и перец. Посолили, поперчили, лук добавили чесночком. Сейчас все перемешиваю и буквально пару минут. И лисички в сметане у нас будут готовы. Запах стоит обалдеть. Все готово. Пальчики оближешь. Пробуйте, не пожалеете.